Всем наидобрейшего. Умылись. Стартую. Я не стал, короче, отъезжать отсюда. Бадик уже подъезжает сюда. Тоже идет с Москвы. Мы с ним встретимся, вместе пойдем в паре. Собрал, короче, я мелочь. Ну так, горсточку. Отмыл кружку, пойду наливать кофе. И вынесу мусор заодно. И подожду Бадика. Ну, минут на 15-20. Пока бумажку оформлю на сдачу контейнера. Подготовлю все. Пойду пошарю. Пошли. Шоколадки из полного кофе. Вот и Бадик подъехал. Я пока заполняю на сдачу. Старт. Поехали. Я уже заполнил бумагу. Все окей. Задней стороной покажу. На сдачу. Настроение огонь. Мерседесик Мерседесик прошел, посигналил. Привет тебе отдельный, кричит. Я подписчик. Привет тебе отдельный. Надо все, Бадик стартовал. Питер встречает хорошей погодой. Вчера у нас была игра по футболу, как он называется правильно. Там, наверное, был кипиш в Питере. Встречает дождичком. Вроде небо такое чистое, но уже пошел дождик. Освежим машинку, как говорится. Все, у нас скоро выгрузка, осталось немного. 130 километров до Питера и 20 до места. 150. Скидываем контейнер, расцепляемся. И, наверное, о, даже град, что ли? Понял. Хороший ливень. Свежо. Алёха, Путин. Все, ребята, я в Питере. Вот приехал контейнера сдавать на контейнерную, на новую, на какую-то. По брусчатке, блядь. Какой-то старый завод, видимо, хуй его знает, переоборудовали. Просто по брусчатке, жесть. Из камней, кстати, не из какого-то там одинакового, а всякие разные камни. Шеф, все, уже меня ждет, сейчас мы поедем на диагностику. Завтра уже будем менять резину, да, этот развал делать. Пиздец. Сейчас я с пустым-то поеду, вот он звенеть будет. Он рессорный, он бла-бла-бла, вообще весь звенит. Такой поворот был вообще узкий-узкий. Капец, где мы? Где ты, Коля, где? Пиздец. Просто пиздец. Подожди. Бывает такое, нет? Поехали. Выгрузился. Снимать так-то нельзя, но... Вот так. Сняли с меня мой контейнер. Сейчас мы пустые. Поехали. Один был. Вот так бы всегда выгружаться без очереди один. Клево. Сколько я выгружался? Короче, в этом рейсе я загружался 15 минут от силы. Ну пусть полчаса, это вообще прям с потолком. Выгружался так же, вот, заехав на территорию, минут 15-20. Все. Ну не считая то, что в Москве я там простоял, за то, что логист у нас перепутал, простоял больше суток. Ну, сутки с копейками. Что надо было позже немножко приехать. Все, огромное спасибо мужикам за скорость. Я погнал шефа забирать. Сейчас брякалка будет у меня. Вальвешник. Там у них две кабины было, а крыша есть высокая. Выехали с диагностики, то есть все нормально, шкварня в порядке, рулевые, пальцы, тяга, все в порядке, это только развал. Сейчас едем бортовать новую резину, и оставляем там машину, едем завтра на развал. Вот, сейчас я увижу себя сзади, прицепик, тут я отцепил, кто-то, блядь, мусор выкинул, пиздюк какой-то,
все, подцепляемся, едем новую резину бортовать и отдыхать. Отдыхать, видосики скидывать. Я шефом перебортовывать колеса. Время развал на электронный. Будет роль прямо. Серега, пару слов. Денег дайте на развал. Стрим. Так, что, едем, наверное, да? На жопе еще более-менее. Пока бегает. А тут есть что ли? У нас тут все в порядке. Накладка, мы все жить и жить. Бог приказал. Барабаны прям без выработки. Вообще обалдеть. Барабаны были. Диски тормозные. Серега! А тут меняли походу. Делали. Накладки, барабаны вообще... Ой, эти диски тормозные вообще без выработки. Ноль. Все живое. Подушка нормальная. Нормально. Это мне только не пишите, я поправлю вас. Накладка, оказывается, немножко выше диска тормозного. Ее не может быть по факту. Подогрите момент. О, у тебя есть вода? Все, ладно, ням-ням-ням. Уже сегодня еще Мишане вульву делать надо будет. Но у меня уже памяти нет. Че, как тебе цыганка, это нормально? Вообще нормально. А че? Я же мужчина, заебал. А тебе? А тебе как? Я знаю, ты ваша цыганка. Ну че? Я не расист, блядь, мне нравятся все. Короче, приятного мне аппетита, мы дальше. Поедем в Вольво-центр на диагностику. Там какая-то акция, не 8 тысяч, ой, на развал, а 4. Так что, едем. Ну, пошли, пошли. Мизинь еще слез. Новая. Миша меняет патрубок. Он сделал... Лофнушки! На новую пашку с топ-лайн кабины. Заебал. Перецепик. Таскает нормальный, а я, блядь, с америкосом. Он таскает за то, что картыши можно стоять. Шеф, что скажешь? Сейчас. Ну, тоже отбалансировано. Смотри, у нас оказывается еще ровно попали балансировано. На забор. Че ты же в горшочках захуярить можно? В горшочке мы, знаешь, нахуярить. Чего? Цыганка уже остался. Чего он приговался к цыганке? Я люблю. Она тебя заразила? Она понравилась, ничего она меня заразила. Не было у нас с ней еще ничего. Достал. Она красивая. Она тебе просто нагадалась. Она красивая и хорошая. Антифриз! Откуда у шефа столько денег, а? Неужто тут никак на севере? На севере частником, блядь, работаешь, через 90 дней получаешь. А тут что, сразу? Сейчас я спрошу у Сереги, через какую проплату идут. Серега, а у тебя проплата через сколько идут? Допустим, машина отработала, через сколько рассчитываются? После того, как... Ну, отработала. Месяц закрыл, допустим. После рейса месяц. Месяц? У вас месяц на севере 90 дней. Да, поделите. Миша, тебя, кстати, потеряли. Где Миша? Где Миша? Вот он, Миша. Тоже сухая вода. Оформили, мы едем отцепляться. Завтра ее загонят. Сделают ТОшку-МОшку. Будем забирать. Ач! Миша помогает. Сняли новые. Бля, вот это синее вообще, смотри, огонь. Пиздец, на хромчике вся.
Че, сюда надо припарковать его? Стоило. Или он рядом с Вольвой? Куда? Да давай вот сюда одно поставим. Давай, сейчас будем отцепляться, расцепим и оставим. О, без контейнера-то офигенно. На такие тут вязочки. Да? Все-то посмотрим синюю. Пойди, ничего не скажет. А, Мишань? Так она вообще какая-то тюнинг. 160. Да? Ебать, она новая, ребята. Сыки колеса. Но на Мишлене. Цвет пиздец. Огонь. А, ну видишь, у нее боковины даже эти. А тут что, резина идет? Но тут типа резинового. 540. Окошки. Хуя она высокая. Бляха-муха. Вот это красота. Это под заказ, да? Ребята, всем привет. У нас готовится охренительная штука. Ну, надо, короче, не скрыжить. Сами не знаем, что. Ну, что-то готовим. Что ты, Мишенька, там замутил? Вместе вы замутили, не ври. Не-не, это его. Рома, Саня, Миша. Это все равно будет неизданное. Да-да-да. Блядь, какой запах. Давай, запускай. Не рука. Ну да. Тряпка. Че, блин, она горячая. Давай поставим на 150, пускай она утомит. Так, хоть все, закрывай. Девок нет. Точка ком.